Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Арвинд, я из Индии. Прямо сейчас я нахожусь в Форт Кочи, и это известное место в Кочи. Он называется Форт Кочи Бич. В конце его ложе есть пляж, на мало кто купается. Некоторые люди также называют его Марин Драйв. Итак, давайте покажем все это место и объясним, почему она так знаменита. Первая причина известности заключается в том, что вам видна китайская рыболовная сеть. Из нее еще ловят рыбу, на которую люди приезжают издалека, чтобы посмотреть. Еще одна причина его известности заключается в том, что поблизости находится Дворец Матанчери, Еврейский городок, Голландское кладбище и церковь Санта-Круз. Я постараюсь показать все эти известные места в моем следующем видео, которое находится в Кочи. У нас вы можете купить оригинальный драгоценный камень очень дешево. Если вам понравилось, сегодня снаяя попутка искажат Авинди, то поставьте лайк и подписывайтесь и не забудьте поделиться с друзьями и семьей. Спасибо за просмотр, пока-пока!